Полицейские задержали пьяного мужчину, который прыгал по машинам в Солнечном. Все произошло во дворе на улице 60 лет образования СССР. В обзор камеры попала компания мужчин. Один из них с разбега прыгает на капот припаркованной иномарки, а затем спокойно удаляется. Местные вызвали полицейских, которые и отвезли вандала в отдел. 39-летний владелец авто написал заявление. Сам прыгун признал свою вину. Выпивал. И получается, не контролировал свои действия и разбежался и прыгнул на капот Kia Sorento. О содеянном раскаиваюсь, готов возместить ущерб потерпевшим.